В актовом зале 14-й пожарно-спасательной части состоялось награждение победителей и призеров областных конкурсов на противопожарную тематику. Сегодня собрались те, кого объединяет вот активная жизненная позиция. Творческие ребята рисуют, лепят, что-то творят, как-то показывают вот свое отношение к пожарной охране, к пожарной безопасности. Они выражают себя. Мы их поддерживаем. Мы тоже люди с активной жизненной позицией. И, конечно же, пожарные. Это те, кто нас бережет и спасает в любой опасной ситуации. Это нас объединяет. Мы вместе. Поприветствовал участников мероприятия председатель Совета Сафоновского отделения ВДПО Сергей Борисов. Конкурс «Останови огонь» – это не только и не столько смотр работ детского творчества, но я считаю, что и практические знания, и умения не растеряться в чрезвычайной ситуации, правильно отреагировать на предотвращение и возникновение пожара. Выражаю вам сердечную благодарность за участие. Спасибо вам за участие. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Сергей Петрович наградил ребят, которые заняли призовые места в областном этапе творческого конкурса «Останови огонь». С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Денис Артеменко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холмжурковского районов. Все эти мероприятия проходят не зря, мы в этом убеждены, потому что через творчество дети самого маленького возраста понимают всю ответственность соблюдения требований пожарной безопасности и прививается вот эта культура соблюдения требований пожарной безопасности. Это очень важно и растет молодое подрастающее поколение, как сказал Сергей Геннадьевич. Всех поздравляю призеров, очень рад вас видеть. Денис Вячеславович наградил победителей и призеров межрайонного этапа смотра конкурса дружин юных пожарных «Горячие сердца». В дружинах состоят только ловкие, смелые, активные, знающие все о пожарной безопасности. После награждения начальник караула 14-й пожарно-спасательной части города Сафоново Сергей Суханов для участников мероприятия провел экскурсию по пожарной части. Ребята смогли увидеть, как пожарные надевают боевки, какими инструментами пользуются при ликвидации ДТП, а также смогли увидеть оборудование в действии. Хотим показать детям, нашему подрастающему поколению, технику нашу новую, которую не так давно мы, скажем, получили. Вот, все ее возможности, все инструменты, все оборудование, которое в ней имеется, как оно работает, для чего оно нужно, как бы вот эти все моменты, на этом хотим заострить внимание и увлечь. Это интересно, реально это интересно для детей. Это для того, чтобы заинтересовать. А как заинтересовать маленького ребенка? Опять же, объяснять ему какую-то тематику, рассказывать какие-то вещи, ему это неинтересно. Визуально, да, им чем больше показа, им интереснее. Поэтому только таким образом можно завлечь, я считаю, молодежь на это все. В этот день ребята получили не только заслуженные награды, но и массу положительных эмоций и дополнительных знаний от сотрудников Сафоновского ВДПО и 14-й пожарно-спасательной части города Сафоново.